Девчули, всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать, как недорого, относительно недорого, купить любимый известный аромат. Может быть, для кого-то это будет полезная информация, если у кого-то, знаете, доходы позволяют не искать таких возможностей. Тут может мое видео сразу выключать и не писать мне всякие глупые комментарии, типа это отстой. Все эти комментарии я буду удалять. Я сразу вас предупреждаю, потому что на вкус и цвет все фломастеры разные. У меня, допустим, нет таких финансов, чтобы покупать известные ароматы, но я женщина, и мне хочется, чтобы аромат доставлял не только окружающим, но и мне удовольствие, чтобы он достаточно долго держался и на теле, и на одежде. И для тех, кому это интересно, я сейчас покажу, я бы не называла это духами, это, наверное, какие-то парфюмерные композиции. В общем, давайте без обиняков. Это вот такие вот, когда в интернете забиваешь, высвечиваются духи. Но, судя по коробкам, вы понимаете, да, что флаконы не маленькие. И, как нас учили с детства, духи идут в гораздо меньших емкостях. То есть, ну, как бы, я называю это парфюмерной композицией. Называется это все дело Эйфель. У меня два аромата. Один 50 миллилитров, второй 100, потому что в меньшем флаконе его просто не было в наличии. Я тогда еще не знала, что есть сайт с этой продукцией. Это продукция Турции. В общем, давайте залезем с вами на сайт и посмотрим, что там пишут. Вот так выглядит сайт. Это страничка уже та, которую я искала, чтобы вам вот для видео заснять. Ну, давайте вернемся назад. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's a... Вот так выглядит приветствие. Дальше мы видим, что есть не только диффузоры для дома, но и ароматы для нее. Ароматы для него. Ароматы унисекс, селективная парфюмерия. Ну и дальше уже идут преимущества. Более 350 известных ароматов, доступная цена, стойкость запаха до 48 часов. Судя по ассортименту в магазине, где я это покупала, эти духи, мне, например, нет смысла заказывать в интернет-магазине, потому что цена за флакон у них такая же, как на сайте. То есть маленький флакон стоит около 900 рублей и большой флакон 1300. Вот. Каждому флакону, который вы покупаете, вам дается фирменный пакет. То есть ваша коробочка упаковывается вот в такой вот фирменный пакет. Пакет достаточно прочный, до дома вы духи точно донесете. Ну, давайте теперь по порядку. Когда я первый раз наткнулась на этот магазинчик, там обслуживал меня парень. И те духи, которые в каталоге захотела я, он мне сказал, что их нет. Долго рылся там на полочках, искал, но не нашел. И я попросила, ну, что-то похожее по аромату мне подобрать. В каталоге, кстати, достаточно у них интересно все обозначено, то есть там древесные ноты, цветочные ноты и фруктовые ноты указаны внизу под каждым ароматом. И то есть вы даже без продавца можете примерно выбрать ассортимент воды, которую попросить, чтобы вам дали послушать. Принято говорить слушать аромат.
В общем, я выбрала вот такой вот номер 246W. Это вода Бёрбери. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Фруктовая роскошь, помноженная на древесно-мускусное благородство. Вот как можно охарактеризовать очаровательную летнюю новинку W246, презентованную знаменитым лондонским домом моды. Я прекрасно понимаю, что эту летнюю новинку лондонского дома моды я себе не куплю. Понимаете? Во-первых, мне ее негде искать в моем маленьком городе. Да и не суть важно мне, чтобы у меня стоял вот этот вот прямо флакон. И я бы его каждому гостю показывала и говорила, представляешь, какая у меня появилась туалетная вода. Не в этом суть. Мне понравилась композиция, я ее взяла. Маленький флакон на сайте стоит 900 рублей. В магазине я его также взяла за 900 рублей. Очень удобный распылитель. Крышка удобная, она хорошо держится, не спадает. И вот я только открыла, и сразу пошел аромат. Аромат божественный. Для меня, как для фруктового маньяка, понимаете, это божественный аромат. Там смешанные и древесные нотки, и цветочные, и фруктовые, которые я очень люблю. И держится этот аромат. Я бы не сказала, что 48 часов, но очень долго. На одежде дольше, чем на теле. И раскрывается постепенно. И просто это невероятное что-то, понимаете? То есть в обычном магазине за 800 рублей, за 900 я сейчас куплю только парфюмерную воду, которая будет держаться от силы полтора часа. Но всегда же хочется чего-то большего. Девочки, для тех, кому хочется чего-то большего, вот этот интернет-магазин в помощь. Я вам хотела сказать, что как пахнет оригинал, я не знаю, потому что я его нигде не слушала, нигде не имела возможности его даже увидеть. Но этот аромат меня просто тоже свел с ума. Следующий аромат, который я купила, это стала эскада, тот аромат, который я искала первый раз. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. По каталогу она обозначается W256. И выглядит она вот так. Флаконы у них у всех духов абсолютно одинаковые, они различаются между собой только объемом и наименованием каталожным. Причем на самом флаконе, вы видите, ничего не пишется, то есть никаких названий здесь нет. То есть каталожная только цифра, и уже в каталоге вы ищете аромат. Давайте я вам прочитаю, что же это такое за аромат. W256 – это освежающий коктейль из сочных фруктов с ярким звучанием ананаса. На пляжах Майами рождаются истории, которые превращаются в легенды. Яркая и красочная упаковка, культовый флакон с изображением ананаса – основного ингредиента аромата. Это описание туалетной воды, которую, так скажем, нам воспроизводит композиция, созданная турецкими мастерами, парфюмерами. Вот эта туалетная водичка в оригинале. Вот так выглядит этот флакон, 30 миллилитров. Вот столько я использовала, это чуть меньше, чем за год, так скажем. Потому что я ее дико экономлю, девочки. Это... ну, в общем, как вам это все объяснить? К
кто-то, наверное, меня поймет, а кто-то, наверное, категорически нет. Ну, как я уже сказала, фломастеры у всех на вкус разные. Я ее, естественно, дико берегла, эту воду. Она у меня была на какие-то прямо там супер-пупер случаи. А так вот она стояла на самом видном месте и грела мне глаз, что у меня есть такой аромат, который я могу нанести на себя, понимаете? И он будет благоухать вокруг меня и создавать мне настроение гораздо дольше, чем 2 часа. Но, опять же, не сутки, девочки, не сутки. В общем, заплатила я за этот флакончик с 20% скидкой. Я его купила, я приходила в определенный день, чтобы его купить со скидкой. Это там 15 число, по-моему, в магазине «Выбор». И вот именно 15 числа я пришла и купила эту туалетную воду. Еще дико переживала, чтобы ее не забрали, потому что как бы больше ее нигде не было. И обошлась она мне, вот 3200 стоил флакон, минус 20%. Я заплатила за нее больше, по-моему, даже чем 2,5. Вот. Но так как это был подарок на праздники весеннее, то я смогла пережить этот момент. Но для себя я поняла, что это, наверное, последний опыт в моей жизни, во всяком случае, когда у меня вырастут, может быть, доходы до небес, знаете, куда-то туда вот начнут подниматься, прям вот я прям буду чувствовать, понимаете, что мне уже и 10 тысяч там не цена за воду, за туалетную, тогда, может быть, да. Но пока у меня таких возможностей нет, приходится обходиться малым. Ну и как бы в тот момент вот я подумала, что это, наверное, ну, последний раз, да, когда я себе позволила так шикануть, прям так вот, прям так вот. Потому что и 30 миллилитров это ни о чем. Если пользоваться, допустим, даже хотя бы почаще, то она очень быстро, девочки, кончится. Очень-очень быстро. В общем, не суть. И когда мне эта девушка сказала, что у них есть этот аромат, мне было даже все равно, что он есть в объеме только 100 миллилитров. То есть в маленьком флаконе на 50 миллилитров его не было. Он был только в большом. Стоил этот флакон 1300 рублей. Сравните. 1300 100 миллилитров и 3200, если брать без скидки, да, объем 30 миллилитров. Этот можно купить, а этот купить уже нельзя. Давайте сравним ароматы. Один в один. Девочки, вот один в один, понимаете? И стойкость. Вот у этого даже лучше, чем у этого. Это парадокс, может быть. Это может быть, ну, я не знаю, недоработка турецкая, которая меня очень обрадовала. Стойкость этого аромата 5-6 часов. Больше он не держится ни на одежде, ни на коже. Этот 5-6 часов держится на коже, а на одежде он держится практически 12-14 часов. Сутки нет, сутки не выдерживает. Но полдня вы благоухаете, понимаете? Нанести совсем чуть-чуть нужно. То есть 2, ну 3 пшика это уже, наверное, много, 2. Распыление здесь очень мягкое, очень-очень мягкое. Вот я сейчас ничем не пользовалась специально, чтобы вам показать. Очень мягкое распыление, настолько мелкодисперсное, настолько мягко нажимается. Все прям супер. Мне очень все нравится. Девочки, я сейчас сойду с ума. Как мне это нравится. Все эти ананасы, я схожу с ума просто. Такая прям... Это вот то, что мне нравится. Да, может быть, и
не по возрасту, может быть, еще как-то. Мне на это наплевать абсолютно, знаете. Мне нравится. Главное, чтобы мне нравилось, потому что эти духи я наношу на себя. Не на вас, не на мужа, не на ребенка, понимаете? Я наношу их на себя, и я хочу, чтобы от меня пахло тем, что мне доставляет удовольствие. Так что, девочки, если вы искали такую возможность купить какой-то элитный парфюм или туалетную воду, которая вам прям дико нравится, но нигде не находили в наличии, я вам просто советую заглянуть в этот интернет-магазин. Все нотки расписаны просто от и до, понимаете? Если вы уже где-то слушали этот аромат, то тогда вам будет проще. Ну а если вы его не слушали, но живете где-то в достаточно крупном городе, я думаю, что найдутся магазины, где вы сможете сходить послушать аромат, а потом его просто заказать в этом интернет-магазине. Потому что для меня, например, это оказалось приятной неожиданностью. Возможно, и кто-то из вас тоже будет рад тому, что открылся этот магазин. Кстати, открылся он не вчера и не позавчера. Отзывы, которые я читала вчера в интернете, они датированы 2020 годом. И я думаю, дальше будет только лучше. Я надеюсь на это. Вот. И, возможно, как только появятся у меня свободные финансы, я пойду еще что-то себе присмотрю, девочки, потому что мне очень понравилось и то, что ты можешь купить любимый аромат, и то, что ты можешь подобрать себе этот аромат, даже если ты его никогда не слышал и никогда воочию не видел. И то, что держится запах очень-очень, ну, я считаю, долго. 12 часов – это прям приличный такой, знаете ли, срок. Тем более сейчас жарко. Вот. И в прохладную погоду, я думаю, что он будет держаться еще дольше. Так что, девочки, кому была полезна информация, это я очень рада. Ну, а кому нет, не обессудьте.